В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Чувашии новый руководитель. Ведомство возглавил Сергей Резник. Сегодня его представили главе Чувашии Олегу Николаеву. Служба судебных приставов имеет важнейшее значение для людей и для системы государственного управления, отметил глава Чувашии Олег Николаев. Это десятки тысяч нарушенных прав, которые уже имеют соответствующее решение суда и требуют соответствующих действий, где-то принудительного характера, где-то иного характера, для того, чтобы восстановить права людей. Это и заработная плата, это и алименты, это и исполнение каких-то обязанностей со стороны государства. Со стороны правительства Чувашской Республики всегда готовы оказывать содействие в части реализации наших обязательств. Будем вырабатывать действенные механизмы, добавил Олег Николаев. Новый руководитель УФССП по Чувашии Сергей Резник в свою очередь отметил, что всегда открыт для взаимодействия.